Доброго времени суток, уважаемые зрители подписчики нашего канала. Перед нами пошаговая стратегия Space Hulk. Это у нас вселенная Warhammer 40 тысяч. Это компьютерный вариант, наверное, какой-то мобильной или консольной какой-то версии данной игры. Мы играем за доблестных бойцов, космодесантников, ордена Красных Ворон, если не ошибаюсь. И воевать мы будем с нечистью. Так, давайте ознакомимся. Our boarding torpedoes have breached the sin of damnation. Так, в общем, наша торпеда приземлилась, нам нужно убить 8. It is imperative that we secure the beachhead. Гены стилеров. Не знаю, как она правильно называется. All flanks must be secured to give us time to reinforce our position. Нам нужно, в общем, удержать позиции. One squad will be sufficient. Потерять нам можно только одного из двух наших терминаторов. Космодесантников. И есть четыре точки, из которых будут выходить наши враги. Has been established. Ну, поехали. Так, да, если, в общем, дословно перевести, да, Gen Stealers, это у нас генокрады. То есть, думаю, так оно и называется вселенной. Так, у нас два бойца. Размещаемся. In position. Расходимся. Коридорчики у нас узкие. Наши братишки стрелять через плечо не умеют. Order confirmed. Holding. Так. По управлению у нас у каждого есть 4 очочка. 4 очочка, вот они восстановились. Можно их поворачивать, каждое действие. И есть еще общие командные очки, которые может тратить боец. Securing position. Holding position. Так, в общем, вот так вот эти очечки у нас тратятся. Тратить их может. Overwatch protocol initiated. Ну и ждем, пока появится это режим глазик, это режим увидел, убей называется. Любое действие. Требует очков. My aim is true. Affirmative. Ждем, пока выбежит на расстрел. Weapon jammed. Weapon functional. Оружие заклинило, он сказал. Серьезно. Так, давайте рассмотрим поближе. Вот так вот выглядит этот генокрад. Вот в камере мы можем видеть друг друга. Давайте можем посмотреть издали. Так. Ну давайте сейчас попробуем добить этого. В общем, мы справились.
Overwatch. Так, будем держать оборону здесь, потому что по-быстрому с этих точек к нам не дойдешь, а вот только с этих можно дойти. Так, у нас есть стратегический вид, вот это телепорт, из которых попадают генокраны. Это мы можем так камеру вертеть. Ну, это настройки игры, то есть вот это наши способности, то есть это дальняя атака болдером, а это ближний удар. Там еще есть крайний значочек слева, справа это. Так, давайте попробуем этим отойти. Ой, это тайнер глупо сделал. Потому что у него нету даже очков повернуться. Одно очко на поворот. Вот. Вот, блин, додумался задом. Задом пройти его. Ёлки ж ты палки, он добежит до нас. А у меня нет очков даже. Ну ладно, давайте. Будем надеяться, что он нас не убьет, потому что силы у него на порядок больше нашей. Вачка, ай ты, блин. Stand your ground, brothers. Cleanse the monstrosity. Но в ближнем бою, да, он попадает. Overwatch. Ух, думал, гайки будут. Так, вон, вижу, еще бежит братишка. Даже два. Ух ты, какой-то кто-то. А, или три их там. Блин. Ну давайте ждем их. Их там три. Их там три. Ага, закрыли. Справились, осталось еще четыре. Так, мы уже шли со всех сторон, кроме одной. Holding position. My aim is true. Будем ждать, идти нам не с руки. Пусть идут. Так, так, вот обнаружился. Несколько обнаружилось.
Отводим назад нашего братишку. У нас еще есть 4 командных очка. Holding position. Order confirmed. Holding. Ну, ждем. Ждем прихода. Ой, ты, блин. Contacts. Targets. А там их сзади двое. Overwatch protocol initiated. Так, так, так. Развернуться и как раз хватило. Overwatch. Ну, давай. Xenos contact spotted. Так, этот не должен дойти к нам. Фух. Is my shield. Scanning for enemy movement. Потерял я братишку. Prepare yourself, brothers. И это ж был последний. И вот так вот я слил на последнем. Ну, в общем, суть игры вы поняли. Нужно грамотно распоряжаться войсками. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.